Встречайте! Thank you.
Кто боится? Ой, сколько много людей. Народу сколько много. Как у нас было на первой игре, правда, Санка? Плохо, плохо. А у этого вот, видишь, еще пятого тура. Ой, идут. Кто идет? Кун, бобер. Виталик. А это кто? Башня. Итак, дорогие друзья, через буквально 2-3 минуты начнется матч группового турнира Лиги Европейских Чемпионов по американскому футболу между командами Кишиневские Варвары и Донецкие Скифы. Американский футбол – нетипичный вид спорта для Украины, а тем более для Артемовска. И по ходу матча я буду объяснять все, что происходит на поле, чтобы вы могли понять и насладиться этим спортивным зрелищем. Любая команда по американскому футболу делится на команду защиты и команду нападения. В начале матча жеребьевкой решается, какая команда будет играть в нападении, а какая команда будет играть в защите. Перед началом игры выполняется так называемый начальный удар. Начальный удар выполняет спецкоманды. Вот сейчас команда «Скифы» и команда «Кишиневские варвары» выставляет на поле спецкоманды для выполнения начального удара. Тем более, если мы стали, кстати, вы видите, что все поле поделено на 10-ярдовых зон. Длина каждой зоны 10 ярдов. 9 метров 10 сантиметров. Конечные 10-ярдовые зоны справа и слева – это так называемые зачетные зоны. И для того, чтобы команда получила очки, нужно занести так называемый тачдаун. Нужно занести мяч в зачетное поле противника. Напоминаю, зачетное поле находится справа и слева по краям поля. Сейчас команда «Донецкие Скифы» готовится выполнить начальный удар. Команда «Кишиневские варвары» должна принять мяч и пронести его как можно ближе к зачетке противоположной команды, команды «Донецкие Скифы». И именно с того места, где остановится мяч, будет остановлен мяч, начнется игра. Может, я что-то не поняла, что скорее всего. Итак, сейчас команда «Донецкие Скифы» выполняет начальный удар. Принимает «Кишиневские варвары». Итак,
мяч был остановлен приблизительно в 35 ярдах от зачетной зоны. Именно с этой отметки, с 35 ярдов, начинается в защите играет Кишиневские варвары. Команде Донецкие скифы для того, чтобы заработать очки, нужно мяч пронести. Стасик. А нет. Опять начали. Я не знаю, он играл с ним. А что он делал? Не, вон висит. Итак, вторая попытка. Атакуют кишиневские варвары. И команде не удается пронести мяч достаточно близко. Вы на противоположной стороне видите два желтых столбика. Между ними столбик, на котором вы видите цифры 1, 2, 3, 4. Эти цифры означают номера попыток. Каждой команде дается 4 попытки для того, чтобы пройти 10 ярдов. Если за 4 попытки команда прошла 10 ярдов, команде дается следующие 4 попытки. Вот сейчас третья попытка у команды Кишинева на 5 ярдов продвигается назад. Что сделали? Команда Кишиневские варвары во время 4-й попытки выполнила так называемый панк. То есть нужно ногой ударить мяч, а принимающей команде нужно мяч пронести как можно дальше в зачетке противника. Именно с этого места сейчас начнут атаковать донецкие скифы. Итак, приблизительно с середины поля начинает атаковать команда Донецкие скифы. С мячом номер 24 Артем Павлов. Великолепный проход. Отлично разыграна беговая комбинация. И за первую попытку команде удалось пройти расстояние не 10, а больше ярдов, наверное, 18-17. И команда получает дополнительные 4 попытки атаковать. Давай, желтые! Короче, что если занесем... Вы сейчас видите, цепочная бригада устанавливает отметки 10-ярдовой зоны, которую нужно пройти донецким скифом. И первые 10, первая попытка, атакуют донецкие скифы. После каждого тачдауна команде дается право на так называемую реализацию. Вот сейчас команда Донецкие скифы выполняет реализацию, пробивает так называемый экстрапоинт. Итак, сейчас мы увидим, зафиксировали судьи. Зафиксировали, есть. Команда Донецкие скифы
результативно выполнила экстрапоинт и получила дополнительное очко. Счет становится 7-0 в пользу команды «Донецкие скифы». Команда, которая завоевала очки, выполняет начальный удар. Вот сейчас команда «Донецкие скифы» готовится выполнить начальный удар. Принимают кишиневские варвары. Им нужно поймать мяч и пронести его как можно ближе к зачетке скифов. Зачетка скифов находится слева, крайне левая зона, последняя на стадионе. Мяч остановлен примерно в 70 ярдах от зачетки скифов. И придется кишиневским варварам хорошо потрудиться, чтобы пройти такое расстояние. О, далеко. Первый раз остается. А этот всю жизнь провел на этом поле. Судья зафиксировал нарушение правил. Им. Молодец. Юр, ты говори потише, здесь в основном все русские тут. Ну не надо. Значит, как они говорят, на наших всех это нормально, правда? А как мы про них, а как мы про узбекистанцев смеемся? Нарушение правил было зафиксировано со стороны команды «Донецкие скифы». Команда оштрафована на 5 ярдов. То есть команда «Кишиневские варвары» на 5 ярдов продвигается ближе к зачетке противника. Итак, первый даун атакует команда «Кишиневские варвары». Неудачно выполнена беговая комбинация. И команда «Кишиневские варвары» готовится выполнить вторую попытку. А я напоминаю, что за 4 попытки команде нужно пройти расстояние 10 ярдов. Это расстояние фиксирует на противоположной стороне стадиона так называемая цепочная бригада. И вторая попытка неудачна. Команде «Кишиневские варвары» не удается пройти расстояние. И третья попытка, третий так называемый даун. Ну-ка, я засеку следующий танец. Нет. Судьи не зафиксировали реализацию. И счет остался прежним. 13-0 в пользу команды «Донецкие скифы». И вновь команда «Донецкие скифы» готовится выполнить начальный удар.
Итак, команда «Донецкий скиф» выполняет начальный удар, принимает кишиневские варвары. Вот! Бедный дядя! Получается! С мячом был игрок... А вот мяч. Жалко, что... Итак, атакует команда «Кишиневские варвары». Первая попытка. Воля. Ой-ой-ой. Сейчас мы узнаем, зафиксировал ли судья перехват. Да. Итак, команда «Донецкие скифы» сделала перехват, и право атаковать приходит к команде «Донецкие скифы». Сейчас еще один. Наше нападение и шанс еще. О! Итак, атакует команда «Донецкие скифы». Тачдаун занес игрок под номером 5 Евгений Близнецов. Счет 19-0 в пользу команды «Донецкие скифы». Команда «Донецкие скифы» выполняет реализацию. Не удалось команде «Донецкие скифы» выполнить реализацию. Он сориентируется, кому давать.
Итак, команда «Донецкий скиф» выполнила начальный удар примерно с 20-ярдовой отметки от своей зачетки. Начнет атаковать команда «Кишиневские варвары». Тоже, знаешь, как начало пойдет, это не дали еще, даже вот как этот панк в начале был. Не дали, вот. Ну что же хорошо его делать. Итак, судья зафиксировал нарушение правил. Король! А за что? Да только он знает за что. Итак, нарушение правил было со стороны команды «Кишиневские варвары». Команда оштрафована на 5 ярдов. Номер был с мячом, игрок под номером 27 Москалев Дмитрий, команда «Кишиневские варвары». Порядка 5 ярдов удалось пройти команде. И сейчас вторая попытка, второй даун. Атакует команда «Кишиневские варвары». Порядка 3 ярдов удалось пройти команде «Кишиневские варвары». Получается еще 2 ярда. И третья попытка, третий даун. Атакует команда «Кишиневские варвары» в защите «Донецкий скиф» и «Донан Тул». Нет, за одну попытку здесь. А, вот. Получай, гад, получай, валим. Ах ты. Итак, номер 37 команды «Донецкие скифы» Сергей Корнев сделал перехват. Но сейчас мы узнаем, зафиксировал судья перехват или нет. Нет, пожалуйста, нет. Нет, судья не зафиксировал перехват. И четвертая попытка, последняя четвертая попытка команде «Кишиневские варвары». Нужно пройти расстояние порядка 13 ярдов. Они выполняют пант, пробивают пант. Ого! Нифига себе, видел сладко пульт. Спотыкнулся в кошку. Мяч был остановлен примерно на середине поля. И именно с этого места начинает атаковать команда Дани. Итак, атакуют донецкие скифы. Первая попытка. Отлично разыгранная пасовая комбинация. С мячом игрок под номером 43 Виталий Мельник. А, наверное, кто-то выкинул флажок. И команда «Донецкие скифы» получает право на дополнительные 4 попытки для прохождения следующей 10-ярдовой зоны. Напоминаем, что 10-ярдовую зону фиксируют 2 желтеньких столбика на противоположной стороне поля. Первый даун атакует «Донецкие скифы». Итак, команда выполняет экстраплей.
6-0 в пользу команды «Донецкие скифы». Выполняет начальный удар. Я напоминаю, что после каждого тачдауна команда, которая занесла тачдаун, выполняет начальный удар. Принимает команда «Кишиневские варвары». Она же будет и атаковать с того места, где будет остановлен мяч. Федерация американского футбола Украины и спортивный клуб «Скифы» Донецкого национального технического университета выражают огромную благодарность за помощь и поддержку в организации сегодняшнего матча народному депутату Украины Андрею Петровичу Клюеву и городскому голове Реве Алексею Александровичу. Маленького разрыва, понимаешь? А смотри, сколько времени прошло, и уже 26 минут. 49. Блядь, ёд. Это еще раз говорит о том, что у нас куча новеньких. А что, мы еще что-то скажем? Смотри. Нет, сейчас мы будем. Понимаю, но был тут мяч на 50 ярдов. А это очень хорошо, что им что? Итак, по решению судьи, команда «Кишиневские варвары» начинает атаковать с отметки примерно 40 ярдов от зачетки скифов. Это довольно близко от зачетки скифов. 40 ярдов начинают атаковать «Кишиневские варвары». Первый даун, первая попытка, непринятый пас. Оттуда же, да? Да. Второй даун, вторая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Отлично сыграла защита скифов. Мяч был, игрок с мячом был остановлен, и команда «Кишиневские варвары» потеряла примерно ярдов 5. Это пятый. Кто это? И третья попытка. Третий даун. Атакует команда «Кишиневские варвары». Да. Ну понятно. Второй ариш, да? Судья зафиксировал нарушение правил со стороны команды «Донецкие скифы». Захват за маску. И команда оштрафована на 10 ярдов. Это очень серьезное нарушение правил. Сейчас первая попытка. Даже на 15 ярдов. Команда оштрафована на 15 ярдов. 25 ярдов. И на 15 ярдов ближе начинают розыгрыш команда «Кишиневские варвары». Непринятый пас. Зато хряк. Стасюня.
попытку. Тайм-аут. Я тебе говорю, это первая букмекерская. Это пишет, сколько там, это вот. Терминология. Сейчас я. Это жертва! Малыш! Нет, не зайдет. Вторая попытка. Атакуют кишиневские варвары. Неудачно разыгранная комбинация. И команда отодвигается примерно на 8 ярдов назад. И третья попытка. Третий даун. Атакует команда кишиневские варвары. Сейчас с мячом был игрок под номером 81 Кулаковский Дмитрий. У кого это? 68. Спун, что ли? Спун 69. И последняя, четвертая попытка. Замена. Судя по всему, команда будет пробивать пант. Кто это 68-й, Люд? Саша? Во время четвертой попытки атакующая команда может либо разыграть игровую комбинацию, либо пробить так называемый пант. Давай, панка! Давай! Давай, панка! Посчитайте, сколько человек в С мячом был игрок под номером 7 Прокопенко Артем команды Донецкие Скифы. И там, где был остановлен этот игрок, именно с той отметки начинает атаковать команда Донецкие Скифы Дон НТУ. Атакует команда Донецкие Скифы. Первый даун. С мячом номер 24 Артем Павлов, который приносит команде порядка 8 ярдов. Вторая попытка. И Скифам нужно пройти буквально 2 ярда, чтобы получить дополнительные 4 попытки для прохождения следующей 10-ярдовой зоны. Еще 2 ярда. Видишь, что это осталось? Вначале. Как начинали? Второй даун. Вторая попытка. Атакует команда Донецкие Скифы. Дмитрий Никитин, номер 25-й с мячом. Отличный проход Дмитрия Никитина. И команда Донецкие Скифы получает дополнительные 4 попытки на прохождение следующей 10-ярдовой зоны. Ты как стражишь, например,
Итак, первая попытка. Атакует команда «Донецкие скифы». А ты не хотел? Удачно выполненный экстрапоинт, дополнительное одно очко. Реализация не выполнена, и счет остается прежним. 32-0 в пользу команды «Донецкие скифы» Дон НТУ. Выполняет очередной начальный удар. Принимают кишиневские варвары. Они же начнут атаковать с той отметки, где будет остановлен мяч. Вот игрок под номером 2 был с мячом. Это Мындра Игорь. Мяч остановлен примерно в 40 ярдах от зачетки кишиневских варваров и примерно в 60 ярдах от зачетки скифов. А пятый, значит, брат китаец. С этого места начинает атаковать команда кишиневские варвары. Тогда второй. Опустил руки, мне не в кепочке 66. Что, Аришу кидали? Крыночечек 66, выходи! Крыночечек! Матч по американскому футболу состоит из 4 четвертей. Каждая четверть длится 12 минут чисто игрового времени. После первой четверти команды меняются полями. После второй четверти, между второй и третьей четвертью, перерыв 15 минут. Сейчас закончилась первая четверть, и команды меняются полями. Итак, атакуют команда «Кишиневские варвары». Разыграна была пасовая комбинация номер 88 команды «Кишиневские варвары» Рыдуника Виталий. Да, моя ласточка. И вторая попытка, второй даун. Команде «Кишиневские варвары» удалось пройти расстояние примерно 4 ярда. А я напоминаю, что зачетка команды «Донецкие скифы» находится с правого края, а зачетка «Кишиневских варваров» с левого края. Итак, вторая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Непринятый пас. Судья зафиксировал непринятый пас. И третья попытка. Третий даун. Атакует команда «Кишиневские варвары». Третья попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». С мячом был игрок под номером 40
Болтага оттуда. Снять мяч и пронести его как можно ближе к зачетке кишиневских варваров, которая находится с левого края. И там, где будет мяч остановлен, начнется атака скифов. Но команда «Кишиневские варвары» решила разыграть комбинацию игровую. И сейчас мы узнаем, удалось им пройти до отметки 10 ярдов или нет. Нет. Сейчас судьи посовещаются. Видишь, в сумме. В сумме 10. Не могут никак судьи. Вот вы сейчас видите процедуру измерения 10-ярдовой зоны цепочной бригадой. Вот сейчас мы узнаем, есть расстояние 10 ярдов или нет. Нет, не удалось команде «Кишиневские варвары» дойти до отметки 10 ярдов. И выходит атаковать команда «Донецкие скифы» «Дон МТУ». Первый даун атакует команда «Донецкие скифы». Отлично разыграна длинная пасовая комбинация в исполнении номера 81 команды «Донецкие скифы» «Дон МТУ». Ярдовая зона равна 9 метрам и 10 сантиметрам. Следовательно, 1 ярд – это 91 сантиметр. И я еще раз напоминаю, что все поле поделено на 10-ярдовых зон. Итак, скифы начинают атаковать приблизительно с 18 ярдов от зачетки противника. Это небольшое расстояние для 9-кратных чемпионов Украины. И с мячом Дмитрий Никитин заносит очередной тачдаун, и счет становится 38. Номер 45 команды «Донецк». Итак, команда «Донецкие скифы» выполняет очередной начальный удар. Номер 40. Болтага Дудар был с мячом команды «Кишиневские варвары». И примерно с отметки 55 ярдов от зачетки противника начнут атаковать «Кишиневские варвары». Федерация американского футбола Украины и спортивный клуб «Скифы» Донецкого национального технического университета выражают огромную благодарность за помощь в организации и проведении сегодняшнего матча всем сотрудникам стадиона «Металлург», всем коммунальным службам города Артемовск за то, что они в выходной праздничный день вышли на работу, прекрасно организовали матч и спортивный праздник для жителей города. Итак, первый даун, первая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Перехват. Не выпал.
Сейчас мы узнаем, зафиксировал судья перехват или нет. В исполнении номера 37-го Корнева Сергея. Судья не зафиксировал перехват, и команда «Кишиневские варвары» продолжает атаковать. Что, они на кладбище там? Можно? Если во время атаки защищающая команда, игрок защищающей команды выполняет перехват, то право атаковать переходит к другой команде. В данном случае это была бы команда «Донецкие скифы». Но судья не зафиксировал перехвата и продолжает атаковать «Кишиневские варвары». Отлично играет защита скифов, не пуская ни на ярд противника. И сейчас третья попытка, третий даун. А команде «Кишиневские варвары» нужно пройти расстояние примерно 15 ярдов. Судья зафиксировал нарушение правил. Итак, оштрафована команда «Донецкие скифы» на 5 ярдов за нарушение правил. И третья попытка, третий даун, атакует команда «Кишиневские варвары». Чемпионы Украины, пятикратные обладатели Кубка Украины, четырехкратные чемпионы СНГ, неоднократные победители международных матчей, четвертьфиналисты прошлогодней Лиги Европейских чемпионов по американскому футболу, базовая команда национальной сборной Украины по американскому футболу. Команда тренируется на базе Донецкого национального технического университета. Итак, сейчас команда «Донецкий скиф» и «Дон НТУ» готовится выполнить реализацию. Отлично выполнена двухочковая реализация в исполнении номера 24 Артем Павлов. И счет становится 48-4. Артем Павлов. Сегодня вы в его исполнении видели уже не один тачдаун. Номер 25. Дмитрий Никитин. Также герой нескольких сегодняшних тачдаунов. Номер 37. Мастер по перехватам Корнев Сергей. Номер 43. Николай Виталий Мельник. Номер 45. Шапошник Николай. Итак, первая попытка, первый даун. Атакует команда «Кишиневские варвары». Какие варвары атакуют? Что с ним? Неудачная попытка. Что вообще не ты базарит? Атаковали скифы, но неудачная попытка. Второй даун. Команды «Донецкий скиф» обходит несколько противников.
опять. Тупочка меняется. Ой, блядь! А я продолжаю знакомить вас с составами команд. Итак, номер 46 команды «Донецкие скифы» Яковчук Александр. Номер 47 Кушнаренко Олег. Номер 49 Павел Хренов. Номер 52 Нестеров Игорь. Номер 54 Клименко Александр. Номер 55 Волчков Тарас. Номер 58 Александр Амелин. Номер 62 Живодров Александр. Номер 64 Роман Лямсев. Номер 66 Денис Корчевный. Итак, примерно с середины поля начинает атаковать команда «Кишиневские варвары». А я продолжаю знакомить вас с командой «Донецкие скифы». Итак, только что мы все приветствовали Корчевного Дениса, номер 66. Давайте еще раз поприветствуем. Денис Корчевный. 81 номер Денис Дубров. Номер 84 Мирошниченко Кирилл. 87 номер Евгений Минин. 89 Теорентьев Максим. 95 Александров Михаил. Итак, атакует команда «Кишиневские варвары». Итак, номер 96 команды «Донецкие скифы» Юрий Дорохов. 99 номер Вадим Кочуров. И я напоминаю, главный тренер команды Сергей Непогодин, президент клуба Олег Шутов. И сейчас третья попытка продолжает атаковать команда «Кишиневские варвары». В защите играют «Донецкие скифы». Не принятый пас. Аут. Аут. Какой-то принятый пас. Итак, четвертая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». И вот сейчас она пробивает так называемый пан. Игрокам команды «Донецкие скифы» нужно принять мяч и пронести его как можно ближе к зачетке противника.
прошел порядка 6 ярдов. И вторая попытка, второй даун. Атакует команда Донецкий из Кипы. Сказали перерыв. Победитель выйдет в четвертьфинал следующий тур Лиги Европейских
чемпионов. С мячом был игрок под номером 58. Амелин Александр, команда Донецкой Скифы. Великолепный проход в исполнении Амелина Александра. И команда Донецкой Скифы получает право на дополнительные 4 попытки для прохождения следующих 10 ярдов. Итак, до зачетки кишиневских варваров приблизительно 20 ярдов. Молодец. Очень хорошо сыграл игрок под номером 58 команды «Кишиневские варвары». Варладян Дмитрий. О, башня, ну. И команда Донецкой Скифы отодвинулась примерно ярдов на 6-7. Не, ну вот сейчас, знаешь, хоть чуть отодвинул. Здесь тоже, конечно, сказала, что нападение молодское. А, да. Неправильно. Замороженный или что? Иди на поле! Половина сложилась. Итак, второй даун. Атакует команда Донецкие Скифы. Непринятый пас. После зрительской поддержки у команды «Кишиневские варвары» открылось второе дыхание. Так что я думаю, что с нашей помощью они смогут показать достойную игру и дать достойный отпор противнику. Давайте еще раз поприветствуем молдавскую команду. Молодцы, ребята! Третий даун. Атакует Донецкий Скифы. Отлично сыграла игрок под номером 55 команды «Кишиневские варвары». Молодец! Виталий Кара. Это наш бобер. Переход. Очень серьезная ошибка была допущена командой Донецкий Скифы. Команда «Кишиневские варвары» сделала перехват. Сейчас они начнут атаковать. И атаковать начнут приблизительно с 35 ярдов от зачетки Скифов. Это достаточно близко. Ну что ж, еще раз убеждаемся, что зрительская поддержка и поддержка болельщиков играет одну из главных и главенствующих ролей в игре. Тёня! Итак, атакует команда «Кишиневские варвары» в защите Скифы. Первая попытка. Лупиво! Хорошо играет защита Скифов. И команде «Кишиневские варвары» не удается продвинуться. К сведению болельщиков, игрок под номером 66 команды «Донецкие Скифы» играет в атаке, а сейчас на поле защита Скифов, поэтому подождите немного. Итак, вторая попытка команды «Кишиневские варвары». Более удачная, чем первая. Команде удалось продвинуться примерно на 3-4 ярда. И сейчас будет третья попытка. До зачетки Скифов примерно 23-24 ярда. Это небольшое расстояние. И у команды «Кишиневские варвары» есть шанс
Какой лучше там шанс? Третья попытка. Атакуют кишиневские варвары. Комбинация номер один. Станислав Малай. Поймал что-то. Прекрасно разыгранный длинный пас. Разводчики хоть. Дай бог, что и команда «Кишиневские варвары» не только подходит очень близко к зачетке скипов, но и получает 4 попытки дополнительные для прохождения 10 ярдов. Очень близко подошли кишиневские варвары к зачетке скипов. И сейчас может наступить перелом в игре. Первый даун. Атакуют кишиневские варвары. И, наконец-то, тачдаун! И счет становится 64-6. Давайте поприветствуем кишиневских варваров! Молодцы! Варвары, вперед! Итак, реализация в исполнении команды «Кишиневские варвары». Неудачно разыгранная игровая комбинация. Счет остается прежним. 64-6. Ну, хватит! Итак, сейчас мы увидим начальный удар в исполнении команды «Кишиневские варвары». Матч. Надеемся, что не последний раз они выполняют начальный удар. С мячом номер 5 Евгений Кузнецов команды женевской экипы. Ариш, молодец! И приблизительно с отметки 40 ярдов начнется розыгрыш. Наши не желтые, наши белые. И сейчас выходит на поле долгожданный Денис Корчевный, номер 66. Варвары. Вторая попытка. Второй даун. Неудачно разыгранный. Третий даун. Атакует команда «Кишиневские варвары». Лешок, где больше народу, туда и бежать. Слушай, вот мог вот так вот пойти и убежать. Чуть-чуть лучше. Что, 10 ярдов пошли, да? Четвертый даун. Атакуют команда «Кишиневские варвары». Итак, четвертая попытка. Команда «Кишиневские варвары» решила разыграть игровую комбинацию, но неудачно. 10-ярдовая зона не пройдена в пользу команды «Донецкие скипы». Thank you.
тачдауна команда имеет право на реализацию. Сейчас команда Донецкий Скифа выполняет реализацию, двухочковую реализацию. Мячом игрок под номером 24, Артем Павлов, и ему это удается. Плюс 2 очка команде Донецкий Скифа, и счет 72-6. Напомню, двухочковая реализация в исполнении одного из лучших игроков команды Донецкий Скифа, Артема Павлова, номер 24. Давайте его поприветствуем. Кишиневские варвары, они же и начнут атаковать с того места, где будет остановлен мяч. Номер 5 команды Кишиневские варвары был с мячом Дмитрий Гуцов. И приблизительно 40 ярдов начнет атаковать команда Кишиневские варвары, а в защите играет команда Донецкий Скифы. А я напоминаю, что команда Донецкий Скифы Дон НТУ тренируется на базе Донецкого национального технического университета. И на сегодняшнем матче присутствует один из людей, которые поддерживают американский футбол, поддерживают спорт в Донецком национальном техническом университете. На сегодняшнем матче присутствует проректор Национального технического университета Илья Павлович Навка. Давайте его поприветствуем. Илья Павлович, поднимитесь, чтобы вас увидели. За что? За что? Слышь, ты думаешь, поймем? Только потом, когда нам будут объяснять. Да. Итак, атакуют команда Кишиневские варвары. Первый даун. Итак, второй даун. Атакует команда Кишиневские варвары. Не удалось сократить расстояние 10-ярдовую зону команде Кишиневские варвары. И сейчас будет третья попытка, третий даун. Команда Кишиневские варвары будет атаковать приблизительно с того же места. Thank you.
Республика. Атакует команда «Кишиневские варвары». Номер 88. Удачно разыгранная пасовая комбинация в исполнении номера 88. Рендуника Виталий. Рендуника Виталий. И четвертая попытка. Какая четвертая? Она нужна, потому что команде удалось пройти расстояние 10 ярдов. И команда «Кишиневские варвары» получает дополнительные 4 попытки. Номер 40 был с мячом Болтага Тудор. Порядка 2-3 ярдов удалось пройти команде. И второй даун, вторая попытка, атакует кишиневский варвар. Саша как написал Тудор. Да? Но он в паспорте Тудор. Я когда заполняла Да, так в паспорте, так и... Так и вот это да. Все. Слава на поле! Итак, судья зафиксировал нарушение правил. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны команды «Донецкие скифы». И команда «Кишиневские варвары» получила право на дополнительную попытку. То есть повтор первого дауна. Итак, первая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Команде нужно пройти. Порядка 5 ярдов, но хорошо сыграла защита скифов. И команда «Кишиневские варвары» отодвигается примерно ярдов на 7. Вторая попытка, и нужно команде «Кишиневские варвары» пройти расстояние примерно 12-13 ярдов. Второй даун. Вторая попытка. Атакуют «Кишиневские варвары». Перехват. Команда «Донецкие скифы» Донантоу сделала перехват в исполнении игрока под номером 52. Игрок под номером 52 Игорь Нестеров. Команда «Донецкие скифы» Донантоу сделала перехват. И сейчас право атаковать перешло команде «Донецкие скифы». Первая попытка. Атакует команда «Донецкие скифы» в защите «Кишиневские варвары». Номер 22 был с мячом команды «Донецкие скифы» Болейко Вадим, но хорошо сыграла защита «Кишиневской команды». И вторая попытка. Отодвинула команду «Донецкие скифы» примерно на 1-2 ярда. Итак, второй даун, вторая попытка. Атакуют «Донецкие скифы». Счет остается прежним 72-6. Игрок под номером.
номером 24 Артем Павлов, который был с мячом, вышел в аут. Судья это зафиксировал, и тачдаун не защита. Итак, первый даун атакуют донецкие скифы. Длинный пас в исполнении Виталия Мельникова. И номер 43-й Виталий Мельник становится героем очередного тачдауна. И счет... Отлично разыграна игровая комбинация и реализация в исполнении номера 22 Вадима Валейко приносит команде дополнительные 2 очка, и счет становится 81-6 в пользу команды «Донецкий Скифы». Примерно в 30 ярдах от зачетки кишиневских варваров. И именно с этого места, с этой отметки... атакует команда «Кишиневские варвары». Первая попытка, первый даун. Не принятый пас. Боятся последнего. Когда второй даун, вторая попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Перехват. Номер 52. Команда «Донецкий Скифы» Игорь Нестеров сделал перехват и стал героем очередного тачдауна. Счет 87-0 в пользу команды «Донецкий Скифы». Двухочковая реализация в исполнении Евгения Кузнецова, номер 5, и счет становится 91-0 в пользу команды «Донецкие Скифы». Скифы Дон энд Доу выражают огромную благодарность за помощь в организации и проведении сегодняшнего матча народному депутату Украины, одному из лидеров.
Сергеевичу Клюеву и городскому голове Риве Алексею Александровичу. Плитка разбирается. Было. Пусть 9 было. Что, Люда? Считать распущилось. Извините, я засчитала. А ты ей про ту одну очко тоже сказала? Про одно я уже не сказала. Вот сейчас сказала то, что она прибавила не 2 очка, а сколько получилось? 5 прибавила. Она говорит, было 81. Я говорю, да, занесли точку. Итак, это 87, и 2 реализации. Ой, да, извините. Она мне говорит, было 89, а не 87. Вторая попытка. Атакуют команды «Кишиневские ворвары». Номер 46 команды «Донецкие скифы» Александр Яковчук сделал перехват, и право атаковать переходит к команде «Донецкие скифы». Итак, первый даун атакует команда «Донецкие скифы». Непринятый пас. Надо бить мяч в руки, брать мне руки. После того, как он упал, да? Значит, с того места? Да. Ну, помнишь, как у майонеза было? Страфанули же. А так номера 87 команды «Донецкие скифы». Итак, команда «Скифы» выполняет начальный удар, принимает «Кишиневские варвары». Номер 2. Мыдра Игорь будет с мячом и примерно с 45 ярдов начинает атаковать команда «Кишиневские варвары». Меня
меняются поля. Итак, атакует команда «Кишиневские варвары». Первая попытка. Арпом! Не бери мяч, не бери. Иля! Майонез подошел и взял его, да? Майонез. А я ему Макдайлом подпел. Кишиневские варвары. Уважаемые болельщики, давайте поддержим молдавскую команду. Им тяжело сегодня. Давайте поприветствуем. Тяжело, особенно будет. А что? Третья попытка. Атакует команда «Кишиневские варвары». Ломиком, да? Атакует команда «Кишиневские варвары». Чеха не получилось. Итак, команда «Кишиневские варвары» пробивает пант. Команде «Донецкий скиф» нужно принять мяч и как можно дальше пройти с мячом. Отличный проход номера 87. Минина Евгения. И атакует команда «Донецкие скифы». На поле выходят «Донецкие скифы». Нет, 10 ярдов команда «Донецкий скиф» все-таки не прошла. Остается пару ярдов. И сейчас вторая попытка. Это уже вторая. 17-16. Судья зафиксировал нарушение правил. Это последний тайм. Их, наверное, фальстартный. Нет, наш. Наш. Фамбл. Да, они. 4, 5. Оштрафована команда «Донецкий скиф» на 5 ярдов. Блин, пусть их оштрафуют хотя бы там на четверть поля, наверное. Второй даун, вторая попытка. Атакуй, «Донецкий скиф». Давай! Опа! Блин! Продолжает атаковать.
Полетел. Вот он залетел. Вот он сейчас прожил. Куча муса. Сейчас. Кто? Где? Где? Первая попытка атакует донецкие скипы. Вообще уходит. Номер 22 был с мячом. Вадим Болейко. И команда донецкие скипы получает дополнительные 4 попытки. А я напоминаю, что сегодняшний матч, матч группового турнира Лиги Европейских Чемпионов, проходит между командами Донецкий Скиф и Дон НТУ и Кишиневские Варвары. Первый даун. Давай, хорошо сыграла защита Кишиневских Варваров, игрок под номером 52 Павел Роша. Паша. Учер? Да. И команде Донецкий Скиф нужно уже пройти не 10, а 14 ярдов. Для того, чтобы получить дополнительные 4 попытки. Для того, чтобы просто занести тачдаун, а не получить дополнительные попытки. Она говорит 14 ярдов для того, чтобы... Для того, чтобы занести тачдаун. Нет, а... Второй 10, атакуют донецкие скипы. Ой. Как там дополнительные? Смотри, 10 ярдов и уже зона. Наш? 24-й номер. Артем Павлов был с мячом. Башня. Третья попытка. Команде Донецкий Скиф нужно пройти расстояние примерно ярдов 7-8 для того, чтобы заработать дополнительные 4 попытки. Дальше, через 10 ярдов. А, да, да. Итак, третий даун. Атакуют Донецкий Скиф. Только чтоб они не это вот, вот. Он сейчас будет играть пасового. Нет, нет. Тачдаун. Крайне редко в американском футболе. Сейчас команда Донецкий Скиф выполняет реализацию. 130. Итак, команда Донецкий Скиф в очередной раз выполняет начальный удар. Первый номер команды Кишиневский Ивар. Итак, атакует команда Кишиневские Варвары. Первая попытка. Непринятый пас, перехват. Итак, команда Донецкий Скиф выполняет реализацию по американскому футболу. Отлично разыграно. Александр Яковчук. Там было, честно. Он поймал. И вторая попытка. Второй даун. Атакуют Кишиневские Варвары. Ласточка, поймал меня. Поймал Виталика. Да, этот прилетел как... Блин, я такие гадости здесь не знаю. Подожди, сейчас я тебе поломаю.
Наверное, наши не прошли четвертый раз. А у нас была четвертая попытка? У нас была четвертая попытка? Снимаешь, да, сам? Итак, судьей было зафиксировано нарушение правил. Начинают атаковать донецкие скифы. Первый даун. Было зафиксировано нарушение правил. Тачдаун не засчитан. Итак, атакуют донецкие скифы, но неудачно. Ничего не поняла. На одном едет. Неудачно разыграна пасовая комбинация. И второй даун, вторая попытка. Вторая попытка. Атакуют донецкие скипы. Мяч остановлен в 40 ярдах от зачетки кишиневских варваров. Именно с этой отметки начнет атаковать команда Кишинева. Итак, первый даун атакует команда «Кишиневские варвары». С мячом играет мы номер 5. Баллы за автобус. Номер первый был с мячом Малай Станислав. Фальстарт был, фальстарт был! Акула, ты что не видишь? Неудачно разыгранная комбинация. Третий там атакуют кишиневские варвары. Давай! Молодец! Не принятый пас. Не ври!
женевские варвары. Хорошо разыгранная комбинация, пасовая комбинация в исполнении 81 номера Кулаковского Дмитрия. Европейских чемпионов между командами Донецкий Скиф и Дон МТУ и Кишиневские варвары. Матч закончился победой Донецких Скифов со счетом 117-6. Уважаемые болельщики, Украинская федерация мини-банского футбола и спортивный клуб Скифы поздравляют всех с праздником и с победой наших земляков. Спасибо вам за внимание.